праздничной обстановке в окружении близких и родственников юные граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста, получили самый главный документ – первый паспорт. С этим событием их поздравил лично глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Вот чтобы это лето вы провели насыщенно, интересно, где-то отдохнули, где-то расслабились, но не теряли времени даром. Живите полной жизнью, дышите полной грудью, набирайте сил для новых подвигов. Я всех поздравляю. С особым трепетом и волнением момента вручения паспорта ждал Денис Онищенко. Юноша родился в городе Мариуполе, но с началом боевых действий 8 лет назад вместе с сестрой и ее мужем переехал в Ленинский городской округ. Мама и старший брат Дениса пока не покинули Мариуполь, но планируют это сделать в ближайшее время. Радуюсь за то, что, получая паспорт, 14 лет исполняется. Наверняка какие-то планы интересные в будущем, да? Как это связано? Какие-то путешествия или еще что-то? В планах, да. Пойти на программисты, путешествовать, естественно. На вручении присутствовали родственники и родители ребят. Каждый из них отмечал торжественность мероприятия. У нас было поскромнее. Угу. Да, мы просто в паспортном столе. Пришли, получили, как бы, да. Но все равно эмоции, помните, которые... Сложно сказать, наверное, уже. Слишком это давно было уже. Самый главный пропуск в самостоятельную жизнь у ребят уже есть. Остается вооружиться советами взрослых и смело шагать вперед на пути к своей мечте. Василиса Мамай, Кирилл Иванов, Видное ТВ.